Сотрудники угрозыска раскрыли жестокое разбойное нападение на настоятеля воскресенского храма в селе Красном. Как выяснили полицейские, преступление совершил гастролер из Ивановской области, ранее судимый за кражу антиквариата. В марте этого года он напал на 85-летнего настоятеля храма, сильно избил его и отобрал 17 тысяч рублей. После этого с травмой головы батюшка оказался на больничной койке. Подозреваемый в содеянном сознался и теперь предстанет перед судом.